Ну, вот эти посылки долго ехали, поэтому ждал. Это у нас не специально для купания. Дайвинские носки 3 миллиметровой толщины. И второй для дайвинга перчаточки такие. Тоже 3 миллиметровые вроде бы. Вот такие перчатки дайвинские. Так, на липучках, да. XL вот размер. Проверяем, подходит. Да, подошли. Ура. Все. Мой размер. Объем руки вот так измерял. Там был сантиметр у них. Все. Вот. Теперь руки не будут мерзнуть в воде для дайвинга. Но дайвинг, значит, такое. У нас для копа может. И купаться в нем можно. Вот такие перчаточки. Суперские. Все, вот они. Very good, very nice. Вот эти перчатки нравятся. Толстенькие. Суперский огонь. О. Все, перчатки замечательные. Супер. На мою руку подошли. XL. Измерял по сантиметрах. 9,5 вроде было. Все, толстенькие. Вот такой у них мех. 3 миллиметровые. Супер, идеально подошли. С липучками. Очень нравится. Первый раз купил себе. Вот. Перчатки замечательные. Супер. Very good, very nice. Ссылочка перчаточки будет в описании. Плюс хороший пакеток. Удобно, чем вот это так вот закрывается. Перчатка супер. Для дайвинга носки. Троечка вроде выбрал. Вот такие носочки. Первый раз тоже покупаю. Снизу штуковички такие тепленькие. Купаться мне можно. Мех такой. Тоже на липучках. Ну, такие дайвинские носки. Очень теплые. Когда купаться, можно так. И у меня есть боты специальные. Вот купил вместе с ним. Одевать как раз подошли. Вот с ботами как раз мне подходит. Все супер. Вот такие боты. Аквалунг. Носочки супер. Ссылочка в описании будет носочков. Классные. Так и не хочешь снимать. Носочки супер, написано 42-43, у меня размер 40. Берите чуть-чуть больше на размер 2. Как раз они мне подошли. Самый раз. Носочки.